15 учениц и одна мечта на всех. 91-я школа, первая в республике, где открылся класс бортпроводниц. Сегодня их посвящают в стюардессы. Мне очень нравится профессия бортпроводника, потому что они очень элегантные, они очень красивые, они очень сдержанные. И очень смелые люди. Я только начала это обучение, поэтому на данный момент мне давалось все легко. Поздравить будущих коллег приехала делегация Росавиации. В их составе стюардесса Татьяна Виноградова, легенда Аэрофлота. Я, глядя на вас, уже где-то чувствую, что каждый из вас готов к необычайно интересной, многогранной профессии, но, поверьте мне, очень непростой. Курсы бортпроводников бесплатные. Программа рассчитана на 2 года. Занятия будут проходить в школе юных летчиков. Уже известно, что этих выпускниц возьмет на карандаш и наша авиакомпания. Девочки закончат 9 класс и получат сертификат. Дисциплины, но это аэродинамика у них есть, такой специализированный предмет. Это профессиональный английский, это этика и эстетика. А сегодня на стене 91-й школы появилась и мемориальная доска. Школе присвоили имя Надежды Курченко. Полвека назад она погибла в небе от рук террористов, пытаясь предотвратить захват самолета. Мы съездили с директором школы в Глазов. Мы пообщались с родственниками, с Александром Владимировичем, с Екатериной Владимировной. Мы получили их письменное согласие на то, чтобы школе присвоить имя Надежды Курченко, их сестры. В память о Надежде Курченко в школе юных летчиков организовали и музей. Он открыт для всех, кто хотел бы узнать о подвиге юной стюардессы. Александр Демидов, Юрий Зеленький. Новости.